يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات يا قابل التوبات يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات قابل التوبات الله 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 لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ассаляму алейкум, уважаемые братья и сестры, рады приветствовать вас на нашем телеканале Хади ТВ 3, на нашей передаче, которая посвящена одному из величайших месяцев лунного календаря, месяцу Рамазан. И прежде чем начать нашу программу, хотелось бы поздравить вас, уважаемые телезрители, с наступлением этого одного из величайшего месяца Рамазан. И специально по этому поводу мы пригласили в нашу студию уважаемого Худжатуль Ислама валь Муслимина шейха Гурбана. Ассаляму алейкум, шейх Гурбан. Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Вот, шейх Гурбан, в начале нашей передачи я хотел бы спросить, связано ли неспослание Корана с месяцем Рамазан? Вот хотелось бы, чтобы вы нам рассказали что-нибудь про это. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة ولا أدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. Я приветствую дорогих телезрителей. Прежде чем ответить на поставленный вопрос, на озвученный вам вопрос, необходимо иметь представление, более или менее близкое к истине представление о том, что такое священный Коран. Дело в том, что священный Коран является, это не просто книга и даже не просто божественная книга, это книга, которая содержит в себе все знание кулли шей, как сказано в священном Коране. То есть там есть разъяснение. В Коране имеется разъяснение всякой вещи. Это свидетельство самого священного Корана. То есть это не единственная божественная книга. Имеются и другие божественные книги, которые были ниспосланы предшествующим исламу пророкам и посланникам Божьим. Но Коран отличается этой особенностью. То есть это постижение всего, это познание всего, всей истины. Коран – это познание всей истины. И то, что мы берем книгу и читаем, это изложение этой истины в самом лаконичном варианте. То есть это лаконичное изложение всей истины. Как это ни странно звучит, как это неудивительно звучит, но это так. И в этом можно убедиться. Я чуть позже приведу примеры. Ну, возможно, если вспомним, если успеем, если у нас хватит времени, я приведу пару примеров, чтобы разъяснить, насколько это, как это вообще возможно, как это так получается. И постижение этой истины требует определенной готовности. То есть человек, который постигает эту истину, должен обладать определенной готовностью к этому. Без подготовки, без этой готовности эту истину познать просто невозможно. И, конечно же, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва алейхи ва салям, постигая, потому что это то, что постигал его святость пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва салям. Коран – это то, что он постигал. Я очень часто и многократно повторяю, что то представление, которое имеется у мусульман о посланнической миссии, у большинства мусульман, к сожалению, это искаженное представление. Почему? Потому что считается, то есть если я грубо выражу, но все-таки точно, это грубо, но очень точно. Большинство мусульман считают, что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, это такой некий почтальон, которому дают письмо, конверт,
с книгой, которая называется Коран, дают конверт и просят его доставить это послание человечеству. Нет, это не так. Сам пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, он сам был книгой, он сам был Кораном. Как говорится в преданиях, был говорящим Кораном. То есть он настоящий, истинный Коран, это сам пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. И когда Бог отправляет человечеству своего посланника, он пишет книгу живую, органическую, обладающую душой. Это есть мастерство Бога, это есть могущество и мудрость Бога. А то, что мы читаем в виде книги, это книжное, словесное изложение того, чего достиг его светлость пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. И вы говорите, имеет ли неспослание Корана какую-то связь с этим месяцем? Конечно же, имеет. Мы говорили на прошлой нашей встрече, что в этот месяц сам Коран, само это божественное знание, мудрость обо всем, само это... Само это знание и мудрость движется к человеку. Человек в другие месяцы вынужден, должен совершить и делать шаги в сторону Корана, в сторону вот этого вот, вот этой мудрости и познания. А в этот месяц сам Коран движется к человеку. И, конечно же, его светлость пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, как сказано в священном Коране, именно в этот Коран был ниспослан. Унзиля фихи ль-Куран. В этом месяце Коран был снизойден и ниспослан. Именно потому, что в этот месяц, как мы уже говорили ранее, на прошлой нашей встрече, именно в этот месяц Всевышний дает, открывает двери рая, как сказано в предании его святого пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Очень много преданий с похожим смыслом говорит, что в этот месяц открываются двери рая и закрываются двери ада. Или в другом предании говорится, что в этот месяц дьявол, шайтан, находится в заточении. То есть в этот месяц открываются невероятные возможности, открываются невероятные двери перед человечеством. И, конечно же, эта связь именно заключается в том, что Всевышний дает в этот месяц особые возможности для человека. Обратите внимание, есть одно дуа, имеется молитва, читается эта молитва после ежедневных молитв в месяц Рамадан. Это дуа дошло до нас от непорочных. В этой молитве человек, обращаясь к Богу, говорит следующее: «Мунна алейя бифакяки ракабати минаннар». Окажи мне такой милость, окажи мне милость даровать мне свободу, даровать мне бифакяки ракабати, даровать мне свободу от ада. Потому что это свобода, это мы сейчас говорим об обычных людях. Конечно же, когда речь идет о пророке, когда речь идет о наместниках Бога, о халифах Бога, когда речь идет о них, конечно же, они не нуждаются в этом. То есть они, в отличие от всех людей, от всех остальных людей, они не находятся в заложниках у огня, у ада. Но все равно в их жизни Рамадан играет величайшую роль, потому что нету предела совершенству. Нету предела к достижению совершенства. И, как сказано в священном Коране, «Вакра варка». То есть читай и поднимайся. То есть чем дальше ты читаешь, чем больше ты читаешь Коран, познаешь Коран, чем дальше ты поднимаешься, и нету конца этому возвышению духа. Но когда речь идет об обычных людях, как сказано в предании, каждый человек является заложником ада, является заложником огня. И в этой молитве говорится:
даруй мне эту милость, окажи мне эту милость, даровать мне свободу от огня. Свобода. Обратите внимание, слово «свобода». Бифакяки ракабати. Даровать мне освобождение от огня. Уважаемый шейх Гурбан, хотелось бы спросить, что вы подразумеваете под освобождение от огня? Что это значит? Да, вот обратите внимание на аят Священного Корана. Я приведу отрывки из Священного Корана. Сказано, в Священном Коране сказано: «Ауду биллахи мина шайтани раджим, алам наж аллаху айнаин, разве мы не даровали ему глаза? Валисайна нуша фатейн, разве мы не даровали ему язык? Разве мы не даровали ему уста? Лисайна нуша фатейн, вахадайнаху наждейн. И разве мы не указали ему на пути, на две пути?» Что это за пути? То есть указали, есть разъяснение. Бог даровал человеку глаза, Бог даровал человеку уста, язык, возможность говорить, возможность видеть, понимать и возможность говорить. И сверх этого Всевышний указал человеку наждейн, то есть две пути. Что это за пути? Это пути добра и зла. То есть, другими словами, Всевышний разъяснил человечеству полностью, в чем добро, а в чем зло. Зло. Что хорошо и что плохо. Человек прекрасно это знает. И если человек, какой-то человек где-то что-то не понимает, то значит, он закрывает глаза. Он закрывает глаза и прикидывается незнающим. Потому что Всевышний дал все возможности, дал все человечеству, чтобы человечество могло понять, где добро, а где зло. А если кто-то не знает, значит, он сам убегает от этого понимания. Итак, и что? Всевышний дал, то есть как будто Всевышний говорит: я тебе дал возможности, все возможности. Я тебе даровал все то, что тебе необходимо. Но он, Всевышний говорит, я дал все эти возможности, но он не может перейти эту дорогу. Не может пройти эту дорогу. Здесь акаба, то есть перевал. Он не может пройти этот перевал. И можно перевести как трудность. Он не может перейти через трудность. То есть есть все возможности, но при этом Всевышний поставил определенный путь, определенное расстояние определил. Это мы выражаемся немножко так. Немножко материализуя духовные вещи, духовные смыслы. Он как будто определил какое-то расстояние, которое человек должен пройти. И он говорит: «Фаляк тахмаль акаба». Почему он не проходит это расстояние? Мы же дали ему все возможности. «Фаляк тахмаль акаба». Человек не проходит это расстояние. «Вама адракаль акаба». То есть что такое, что это за трудность, что это за расстояние? Обратите внимание. Факку ракаба. Освобождение раба. То есть дали человеку глаза, дали уста, дали язык и указали на добро и зло. Указали ему на пути. Пути истины и пути лжи. На темные пути, на светлый путь. Но он этот путь не проходит. Он не движется. Он вообще стоит на месте. Он не делает шаги вперед. А к чему? Что нужно сделать? Факуракаба, освобождение раба. Ау итамин фиёмин зимасхаба. Или же, то есть это освобождение раба, или же угощение, дарование еды тому, кто голоден. Ятимен за масхаба. Прошу прощения. Ятимен за макраба. То есть сироты из его родственников. То есть дарование еды тому, кто является сиротой из его родственников. Ау мискинан за матраба. Или же обездоленному. Обездоленному. То есть здесь перечислены
несколько вещей, которые являются вот этими шагами, которые человек должен, ради которых Бог дал человеку глаза, уста и указал ему на путь. И в первом из них сказано «Факу рагаба» – освобождение раба. Я так понимаю, у нас перерыв сейчас. У нас еще есть одна минута, так что... На что мы хотим здесь указать? Здесь, когда говорится, что человеку дарованы какие-то возможности, какие-то средства, чтобы он совершил этот шаг, а потом говорится, что это за шаг? Какой шаг человек должен совершить? И говорится «факку ракаба» – освобождение раба. Освобождение раба. Здесь внешнее, то, что мы обычно понимаем, я как раз вот в начале нашей сегодняшней передачи говорил о том, что Коран является разъяснением всего. Вот здесь это очень ярко проявляется. Смотрите, «факку ракаба» – то есть это самый элементарный смысл – это освобождение раба. То есть, например, есть раб, например, Билал Хабаши, которого пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, освободил, выкупил. Он заплатил за то, чтобы его освободили. Об этом говорится. Это то, что мы понимаем. Но дело в том, что священный Коран, все аяты священного Корана имеют множество уровней смысла. Множество уровней смысла. Один из которых не противоречит друг другу. То есть они являются дополнением друг друга. Они являются разными уровнями, не противоречащими друг другу. И вот это понимание, которое было сказано, которое было озвучено, это то понимание, это самое яснейшее и первейшее понимание. И дело в том, что самое первейшее и яснейшее понимание, первое самое понимание, первый уровень понимания священного Корана, он доступен абсолютно всем. То есть любой человек этого уровня может достичь, он может понять этот смысл. Но все остальные уровни нуждаются в разъяснении вот этого говорящего Корана, настоящего Корана, коим является пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, и его наместники, его халифы. Прошу прощения за то, что прерываю вас, уважаемый шейх Гурбан, но мы вынуждены прерваться на короткую паузу, после чего мы вернемся. Уважаемые телезрители, оставайтесь с нами, после короткой паузы мы вернемся к вам. Снова ассаляму алейкум, уважаемые братья и сестры. Мы вернулись после короткой паузы, как и обещали. Напоминаю, что у нас в гостях сегодня уважаемый Худжатул Ислам валь Муслимин шейх Гурбан. И вместе с шейхом Гурбаном мы до паузы, то есть шейх Гурбан нам объяснял, что же такое освобождение. И вот хотелось бы продолжить наш разговор на данную тему. Да, мы говорили о том, до перерыва говорили о том, что Коран имеет множество уровней смысла. И первый из них, первый из этих уровней, он доступен абсолютно всем. Любой человек может этот смысл понять. А все остальные смыслы, они нуждаются в толковании и в разъяснении говорящего Корана, коим является пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, и коим являются его наместники и халифы. То есть, если мы хотим понять все остальные уровни этого Корана, конечно, я хочу подчеркнуть, что каждый человек имеет доступ, теоретически имеет доступ ко всем остальным уровням понимания священного Корана. Каким образом? Через духовное развитие. То есть, духовно развиваясь, человек может понять и остальные уровни священного Корана. Но здесь есть одна трудность. Трудность это и один подвох заключается в том, что самостоятельное понимание не гарантирует правильного понимания. То человек всегда имеет возможность ошибиться в понимании. А когда
вот эти остальные уровни, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и так далее, все остальные уровни разъясняет сам пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, и его наместники, и его халифы, имамы непорочные, то здесь же ошибки быть не может. Вот в этом отличается самостоятельное глубокое понимание от разъяснения непорочного. Так вот, имам Садыка, алейхиссалату вассалам, некий человек по имени Абдулла ибн Абу Яфур спросил про это Акаба, про этот путь, который должен человек пройти, и ради которого, обратите внимание, здесь из аята ясно это прослеживается. «Алям наджъал лаху айнайн, ва лисанан ва шафатайн, ва хадайнаху надждайн». Разве мы не даровали ему глаза? Разве мы не даровали ему язык и уста? Разве мы не указали ему на два пути? Разве мы этого не сделали? «Фляктахама л'акаба». Так почему он ничего не делает? Почему он не совершает шаги вперед? И имам Садык, алейхиссалату вассалам, спросили, что это за трудность, что это нужно пройти такой, что это за путь такой, которым необходимо пройти. Я хочу подчеркнуть, это ясно из аята, но я хочу все-таки подчеркнуть, что человеку даровано все, ему просто нужно совершить шаг, ему все дано. То есть, если бы этого не было даровано, если бы Всевышний не оказал бы милость человеку, и не даровал бы все это, и не указал бы на путь этот, тогда человеку просто было бы невозможно, просто это невообразимо, было бы тяжело этот путь пройти. Но Всевышний все это даровал. И спрашивает, так почему фляктахамаль-агаба, почему он не проходит, он не идет вперед, он не совершает эти шаги. И Абдулла ибн Абу Яфур спрашивает имам Садык, алейхиссалату вассалам, что это за акаба? Что это такое? Обратите внимание. Имам Садык, алейхиссалату вассалам, говорит, «Каля имам Садык, алейхиссалату вассалам, вилаятуна». То есть Акаба – это наше руководство. И далее имам Садык, алейхиссалату вассалам, наше руководство. Я чуть позже объясню, что это означает. Это очень важно. Далее имам Садык, алейхиссалату вассалам, говорит, «Фахалла уфидуки харфан хайрун лака мина дунья ва ма фиха». Не сказать ли мне тебе то, что тебе принесет больше пользы, чем весь этот мир и то, что в нем имеется. Весь этот мир и все, что в нем имеется. Не сказать ли мне тебе кое-что? Ульту баля аджу ульту фидаки. Абдулла говорит, да. Каля факку рагаба. Обратите внимание. Освобождение раба, имам Садык, алейхиссалату вассалам, говорит. Освобождение раба. Что освобождение раба? «Эннасу куллюхум абиду нар гейрака ва асхабик». Все люди, абсолютно все люди являются рабами ада и огня. Являются заложниками ада и огня. Кроме тебя и твоих сподвижников, твоих единомышленников. Вот хотелось бы еще, если вы хотите продолжить, продолжить. Да, если позволите, это, конечно же, если на этом остановимся, никто ничего не поймет, что мы хотели сказать. Да. То есть я хочу указать на то, что в этом предании имам Садык, алейхиссалату вассалам, освобождение раба, как он толкует освобождение раба, его светлость, как толкует? Толкует так, что человек должен освободиться от чего? От огня. То есть освобождение раба, то есть когда мы в аяте священного Корана читаем «факку рагабатин», то есть освобождение раба, Всевышний говорит, почему они не проходят этот путь, а что из себя представляет этот путь? Этот путь представляет из себя освобождение раба в том числе. Имам Садык, алейхиссалату вассалам, говорит, да, первым уровнем понимания этого аята является освобождение раба, как пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, освободил Билала, например. Но есть и другой уровень понимания, который не противоречит никоим образом первому. А что это? Это освобождение самого себя. Самого себя от огня, от ада. А что из себя представляет это освобождение? Имам Садык, алейхиссалату вассалам, говорит, «Вилаятуна». Наше руководство есть освобождение себя от огня.
есть освобождение себя от рабства. Наше руководство. Почему? Он, имам Саадык, алейхиссалям, в этом предании дважды это говорит. В первый раз он говорит, когда его спрашивают, что такое акаба, что это за путь, который нужно пройти, что это за перевал. Он говорит, это наше руководство. А в другом месте, когда имам Саадык, алейхиссалям, говорит, «Аннас куллюхум абиду нар гейрака ва асхабик». Все люди, все без исключения. Исключений здесь нет. «Аннас куллюхум». Все без исключения являются рабами и заложниками огня ада, кроме тебя и твоих единомышленников, твоих сахабов. А кто, что из себя представлял Абдулла ибн Абу Яфур? Кто он такой? И что, чем он отличается со своими сподвижниками от всех остальных людей? А тем, что он подчинил себя, признал руководство непорочных имамов. Почему? Я разъясню, в чем заключается философия, в чем смысл этих слов имама Саадыка, алейхиссалату вассалам. Как? Вот у меня такой вопрос возник, но, конечно, вы можете ответить на этот вопрос после того, как ответите на старый. Но у меня такой вопрос возник. Вот вы сказали «Ахли Бейт» и «руководство». Почему «Ахли Бейт» и «руководство» играют на столь важную роль в судьбе человека? Да. Дело в том, что как раз вот к этому вопросу мы и подошли. Как раз этот вопрос и возник, должен был бы возникнуть в данном случае. Дело в том, что освобождение от огня, освобождение – это огонь, это в первую очередь это вожделение, шахават, это собственные желания, как сказано в Священном Коране. Разве ты не видел этого человека, который взял своим Богом свои собственные желания, когда человек… Причем не возвышенные желания. У человека могут быть возвышенные желания, а низменные желания. Когда он берет и обожествляет свои собственные желания, низменные желания, этот человек становится рабом огня, рабом ада. И это и есть рабство. И это и есть истинное рабство. Когда один человек физически подчинен другому человеку, формально подчинен другому человеку, это рабство, но это элементарное рабство, это простое рабство, это не настоящее, это не самое страшное рабство. Самое страшное рабство, когда человек находится в заложниках у своих низменных желаний. Что за низменные желания? Люди могут не понять. Люди думают, что грехи – это нечто такое, придуманное религией. Религия придумала слово «грех» и назвала грехом то, что ему не нравится. Нет, низменные желания – это те желания, которые деградируют человека. И в первую очередь деградируют его дух. Его дух. И освободиться от этого рабства человек может только полностью подчинив себя совершенному. Почему? Почему он может освободить себя, подчинив и став рабом совершенного? Подчинив себя совершенному. Почему? Потому что совершенный ни в чем не нуждается. Зейд или Александр, который владеет рабом в 17-16 веке, он нуждается в этом рабе. Он нуждается в этих людях, которых он держит. В этих крепостных он нуждается. Он нуждается в том, чтобы они на него работали. Или Джон, который живет в Америке и ворует людей из Африки, чтобы они служили и продает их в рабство. Ему эти рабы нужны. Почему? Потому что он несовершенен. Он нуждается, он сам нуждается. Но Бог... Он не нуждается. И когда ты становишься его рабом, живешь так, как он хочет, то ты живешь для него, для себя. Ему это не нужно. Он совершенен. Это Бог. Это Бог. Ему не нужно твое служение. Ему не нужны твои услуги. В отличие от Джона. Ты живешь для себя, служишь себе. Ты, другими словами, ты полностью освобождаешься. И в этой жизни человек, большинство людей, они оторваны от Бога, у них нет связи с Богом. Почему? Потому что перед ними имеется покрывало, имеется преграда между ними и между Богом. И причиной этой преграды, этого покрывала являются сами люди. И поэтому человеку нужен другой человек.
Уважаемый шейх Курбан, извиняюсь, что я прерываю еще раз, но хотелось бы напомнить, что у нас в распоряжении всего лишь минута, и хотелось бы как бы подытожить наш разговор. Хорошо, постараемся. Человеку нужен другой человек. Совершенный, но все же человек. Совершенный, но человек. Нужен тот, кто полностью подчинен и имеет связь. Непрерывную тесную связь с Богом имеет. И чтобы что? Чтобы подчиняться Ему. Подчиняясь Ему, подчиняться Богу. Чтобы следовать за Ним, чтобы брать пример у Него. И этими людьми являются пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, такие люди, как пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, и его наместники в лице 12 имамов. И поэтому, руководствуясь ими, следуя за ним, беря пример с них и полностью подчиняя себя им, человек, подчиняя себя Богу, совершенному, ни в чем не нуждающемуся, всемилостивому Богу. И поэтому таким образом человек освобождает себя от всех оков, и служит, и живет, служит самому себе, живет ради самого себя, в отличие от тех людей, которые подчиняют себя своим низменным желаниям и губят себя, губят свою вечность. Уважаемый шейх Курбан, большое вам спасибо. Надеюсь, что наши телезрители, то есть наш разговор с вами был максимально познавательным для наших телезрителей. Но на этом мы с вами прощаемся. Ассаляму алейкум. Алейкум ассалам рахматуллахи ва баракатух. Ну а на этом мы подводим итоги нашей передачи. Надеюсь, что наш разговор с уважаемым шейхом Гурбаном был максимально познавательным для вас. Ассаляму алейкум ва рахматуллах. يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات يا قابل التوبات.